James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? For you, James. See? I'm real. Вас всех приветствую я. С вами Осина, и на ваших экранах самая настоящая легенда. Знакомое название, не правда ли? Однако зачем делать видеопрохождение по той игре, которая уже давным-давно есть на канале, спросите вы? А я дам ответ. Сердцу девушки не прикажешь, особенно если к сердцу взывает Джеймс Сандерленд. Я не удержалась, и мне вновь захотелось окунуться в жуткую давящую атмосферу второй части Silent Hill'а. А как вы знаете, именно эта игра является моей самой любимой из всей плеяды игр про туманный город. Поэтому, без лишних слов, основной сценарий – письмо из Тихого Рая. 2 года за игру не садилась и многое уже забыла, но мне необходим челлендж. А что Осина любит больше всего? Сложности. А если уж она любит сложности, то, конечно, их надо предоставить самой себе. Что я делаю? Что я творю? Уровень сражений тяжелый, уровень загадок, конечно, тоже тяжелый. А,
Я не знаю. Давайте мне какие-нибудь советы, например, в плане тактики и боевки. Я чувствую, что здесь будет очень много фейлов. Ну да ладно, где наша не пропадала? А насчет загадок, после того, как я ковырялась в третьей части на самом сложном уровне, то я думаю уже... Чем черт не шутит? Вперед! Вдохни полной грудью, Джеймс. Знакомьтесь, это мистер Сандерленд. И сейчас он задаст себе сакраментальный вопрос. Мэри, could you really be in this town? Ответ на него знаешь ли ты или нет? Это нам покажет будущее. А пока мы находимся в довольно гнусном местечке. Да, местные туалеты явно не убираются. И что хочу сказать я вам. Если вы никогда не играли во второй Silent Hill или вообще никогда не касались данной серии игр, то просто выключите видеопрохождение и попробуйте прикоснуться к этому творению. Действительно, великие вещицы сами. Ее надо прочувствовать, эмоционально оценить. И, Джеймс, мы с тобой без лишних слов будем выходить на свежий воздух. А день сегодня прекрасный. И где-то там, за этими водами, скрывается город. Restless dreams. I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Трагический романтик. Ни много ни мало. Ну что ж, Джеймс, если ты веришь, что мертвые могут писать письма, то нам предстоит долгое путешествие. И это даже немного печально, учитывая тот факт, что мне придется управлять тобой, а тебе повиноваться мне. Что же, вот эта самая знаменитая машина Джеймса.
Знаменита она еще тем, что встречается в четвертой части, и узнала я это только, когда стала перепроходить Silent Hill The Room для себя. Где же она нам встречается? В мире леса, куда попадает Генри Таунсенд и встречает паренька, который заикается. Этот самый паренек очень торопился, пытался от кого-то удрать, чтобы приехать к дому желаний. И он приезжает на машине Джеймса. Что странно, учитывая тот факт, что каноничной концовкой второй части является та концовка, где машина больше не может существовать в своем нормальном состоянии. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, Джеймс, вперед! Кстати, каноничной, и я эту концовку не то чтобы не считаю, я не принимаю ее с психологической точки зрения. И опять же, в будущем это вам все объясню. И я ни на какую определенную не буду идти. Что выпадет, то выпадет. Если первое мое прохождение было с концовкой Марии, я очень старалась ее получить в финале. Это было утомительно и даже временами сложно. То сейчас я постараюсь просто играть. Единственное, не хочу получать концовку в воде. И опять же объясню это в будущем. Итак, Джеймс, берем карту Silent Hill'а и отправляемся в наше великое путешествие. Конечно, не путешествие в Мордор для того, чтобы скинуть кольцо в огненную гору Ародруин. Это нечто похуже. Гораздо хуже. Потому что вполне возможно, здесь придется скинуть в небытие наше сознание. Дальше я не могу проехать на машине. Видимо, придется прогуляться пешком. До Пейлвилля 10 миль, до старого Silent Hill'а 50 и до Брамса 265. В старом Silent Hill'е как раз происходили события первой части. Именно там Гарри Мейсон в основном бегал в поисках своей дочери. А из Брамса была Сибил Беннет, тоже одна из главных героинь первой части. Приятные такие отсылки, хотя это даже не отсылки, учитывая, что главный герой всех частей – это город, а локацию свою он не менял никогда. Игра очень нестабильно работает у меня. Я с такими танцами с бубнами вообще ее запускаю, вы бы знали. Но я рада и тому, что хотя бы ее хоть какая-то программа записи зацепила. Это здорово. А мы тем самым временем по маленькой лесной тропинке спускаемся вниз. Куда? Да, черт его знает куда. Лучше взглянуть на карту и оценить ситуацию. Со смотровой площадки мы будем идти по дороге Уилси и придем к улице Сандерса. Там, по-моему, находится цветочный магазин. Да, конечно. Все пикселит, деревья пикселят, но простите, игра 2001 года, ей скоро исполнится уже 15 лет. И это чудовищно ностальгически, учитывая, что все мы взрослеем, и поколение геймеров уже не то. И изменилась даже структура хорроров. Теперь это некоторые карусельки, в которых приходится прятаться от врагов, не вступать с ними в сражения, а ползать то под кроватями, то в шкафах торчать. Это печально, не существует этого самого выживания. А еще нету ощущения какого-то действительно первобытного страха. Например, в Silent Hill'е, в этом тумане, в этом, по этой странной тропинке, когда ты движешься, какие-то шорохи постоянно звучат. И вполне возможно, что за Джеймсом кто-то следит или разыгралось его воображение. Не бойся, Джеймс, я с тобой, я защищу тебя. Наверное, да. Пока я в этом сама не уверена. Видишь колодец? Загляни туда. Любое непонятное место исследуй. В колодце что-то есть. Что это? Когда я на это смотрю, что-то словно ощупывает мой череп изнутри. Это вызывает у меня очень странное чувство. Джеймс, советую тебе с этим чувством познакомиться поближе, потому что это чувство будет спасать нас с тобой на протяжении всей игры. Это самое обыкновенное сохранение. И, конечно же, хочется
рукоплескать Акири Ямаока и вообще всей его команде, занимающейся звуком. Потому что Silent Hill воспринимается таким, какой он есть, только благодаря музыкальному сопровождению. Что это? Что у нас там впереди? Какое-то небольшое кладбище и девчонка, сидящая на могиле. Потерянная, растрепанная, ищущая. Анжела. Excuse me, I'm sorry. Okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog, either. Okay, it's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for... someone. Who is it? Someone... very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. А ведь она пыталась нас предупредить. Она сказала, что это не просто туман. Но Джеймс, кого же он будет слушать? Нет, мертвая жена прислала ему письмо. Поэтому давай-ка, Катя, двигаться по направлению к Сайлент-Хиллу гораздо более ускоренно. Как мы видим, здесь у нас церковь, похожая на лютеранскую. Больше всего, ну или протестантскую. Вообще, конечно, как бы поступила я, если бы мне пришло подобное письмо? В клочки бы разодрала, выкинула бы и подумала, что некий гнусный неприятель решил вот так вот надо мной некрасиво подшутить. Джеймс? Нет, он не такой человек. Фу, к Silent Hill все ближе и ближе идем мы. Пока ни оружия, ничего нету. Но странные звуки отовсюду несутся. Итак, мы встретили Анжелу. Такой она персонаж. Практически один из ключевых во всей этой истории. И у меня было к ней отношение весьма и весьма двоякое. Знаете, это как несчастный зверек, весь запуганный, сидящий где-то там под крыльцом, мокрый, несчастный, которого вроде бы надо приласкать, но он так болен и вполне возможно, он даже заразный. И ты так хочешь помочь ему, но не знаешь, каким образом это сделать и как поступить. Вот примерно подобные эмоции вызывает у меня Анжела. Растрепанная, неопрятная, испуганная, ищущая. Все мы здесь такие. Да, Джеймс? Ну, я лично здесь для того, чтобы твою правду найти. Ты не бесись, поспокойнее, пожалуйста.
Да, конечно, когда я проходила игру на своем предыдущем компьютере, все работало гораздо более стабильно. И я не помню, каким образом сделать так, чтобы Джеймс смотрел на все с точки зрения спины. Господи, сейчас наоткрываю всяческого. Это фотография нашей жены. Фотография Мэри, сделанная до болезни. Исследовали? Хорошо. Да, после четвертого Silent Hill очень странно вообще во всем этом разбираться. Письмо от Мэри. На лицевой стороне конверта имя Мэри, написанное определенно ее почерком. Похоже, я не могу это здесь использовать. Странный ты человек. Могли бы и зачитать ее письмо. Но Джеймс очень такой предельный человек. То, что ему надо, он будет делать. То, что ему не надо, ни в коем случае. И даже слушать меня не хочет. Ай, я думаю, все помнят прекрасное HD-переиздание, которое в свое время вышло на третьей Соньке. Относилось оно ко второй и третьей части, в виде такого коллекционника выходило. С переозвучкой. Потому что в свое время отказались актеры оригинальной озвучки вновь поработать для Konami. И, собственно, получилось то, что получилось. Джеймс озвучивал Трой Бейкер. И вроде это должно быть хорошо, но это получилось так плохо, что хотелось отвинтить себе голову, выколоть уши и никогда больше подобного не слышать. Мое мнение такое. Трой Бейкер замечательный, просто замечательный актер озвучки. Да, и очень-очень обаятельный паренек. Но не все характеры подходят для его работы. И поэтому в Джеймса он не попал. Он очень страшно переигрывал. Все это выглядело как-то не особенно хорошо. Оригинального Джеймса озвучивал просто обычный парень, который не имел никакого отношения к актерскому мастерству, и это у него получилось все предельно живо. Это-то и здорово. А еще в HD-переиздании вообще пофиксили весь туман, и текстуры были такие, что хотелось плакать и рыдать кровавыми слезами. Представляете, люди еще такие деньги бешеные отдавали за все это дело. Так, а мы тем самым временем приходим на перекресток, весь перепачканный кровью. Эти пятна — это что, кровь? Крокозябра первая появилась. Я такую боль чувствую, они будут нам приносить. Это тень там. Джеймс, это не тень. Джеймс, давай мы отсюда убежим. Эта тень меня беспокоит, что это было? Джеймс, а меня эта тень не беспокоит ни секунды. На твоем бы месте драла бы я отсюда ноги побыстрее и постаралась бы забыть о том, что я сглупила и приехала сюда совершенно с неясным поводом. Итак, куда эта тень все-таки у нас уперлась? Я периодами страдаю топографическим кретинизмом, поэтому уж простите меня, если блуждать я буду долго и бесполезно. Тем более очень много по игре я забыла. Вообще, Silent Hill 2... Игра достаточно большая и обширная, если рассматривать все эти локации. Третья и четвертая — это уже определенно не то. Здесь что-то написано. Жаль, что я не могу прочитать все. Поверхность камня сильно повреждена и стерта. История топи. Земля на... Вокруг этого памятника была когда-то болотом, которое после было засыпано. Издавна народ прозвал его «Кровавой топью», потому что палачи выливали в него воду, в которой омывали свои орудия после казней. Возможно, именно по этой причине множество людей утверждало, что они видели призраков рядом с этим местом. Какой интересный мемориал! И ты не испугался, ты не испугался. Хорошо, отчаянный мой. Но, может быть, ты позволишь мне прогуляться еще сюда и посмотреть какие-нибудь полезности, приятности и вкусности, которых мы, конечно же, не найдем. А найдем только на дороге обширный провал. По ней невозможно пройти.
Я, конечно, не хочу давать никаких плюсов тому фильму, который выходил по Silent Hill, но все-таки первая часть лучше второй. Однако в первой части, помимо всевозможных косяков и просто ужасающей сюжетной составляющей, так переиначить первую часть, это было просто отвратительно, на мой взгляд. Не знаю, я не считаю его хорошим фильмом. Сделан он был точно не для фанатов, а так, просто для людей, которые к вселенной не имели никакого отношения, но хотели хоть как-то, может быть, соприкоснуться с довольно популярным названием Silent Hill в те времена. Ну и плюс к тому же, что там было красивое? Там был прекрасный дизайн монстров и замечательные просто виды некоторые. И вот обрушенные дороги выглядели там супер-мега-де-бест. Однако есть другой фильм, который мне нравится больше, чем Silent Hill. Называется он «Рецикл» или «Перезагрузка». Ну, «Переработка» он называется, да. Весьма странная работа корейских режиссеров, двух братьев. Не помню я их фамилию, к сожалению. Был бы интернет, посмотрела бы, естественно, дала более такую обширную информацию. Но фильм классный. Именно начинается как стандартный хоррор, а потом берет и резко превращается в Silent Hill. Очень красиво снятый, ну, страдающий сюжетно, тут уж не без этого. Что, Джеймс? Знаешь, после Генри тобой управлять весьма и весьма сложно, учитывая, что персонаж ты более характерный. А еще, конечно, знаете, кляла я сначала управление в четвертой части, говорила, что мне оно не нравится, что оно неудобное. Нет, мне неудобно сейчас здесь, вот честно скажу, просто ужасно неудобно. О, боже. Ищешь же ты приключений на свою задницу. Деловитый Джеймс мой, поверни голову, посмотри. Джеймс же герой, конечно. А учитывая, что я не помню, как вообще здесь биться, сражаться, ужас просто. Умри, злосчастное существо. Is it dead? What the hell is it? It's not human. Не человек, да. Мертв. Это сделало то существо? Что творится в этом городе? Если бы я могла дать тебе ответ на этот вопрос, я хочу посмотреть, какое количество здоровья данная слизь снесла с нас. Так, ребята, видимо, несколько таких попаданий слизи, и мы мертвецы. Здорово, потрясающе. И очень великолепно. Oh, yeah. This thing broken? What the? I better take it anyway. I might need it. Вполне возможно, Джеймс, что оно нам пригодится. Ты у нас парень деловитый, а я весьма опаслива, учитывая, что играем мы с тобой на харде. И я, кстати, первую часть сейчас на харде так решила перепроходить лично для себя. На запись она у меня нормально не идет, связано это с тем, что приходится играть при помощи эмулятора,
А эмулятор ее хватает и при записи выдает 3 FPS. 3, 5, 10 максимум. Поэтому, естественно, я на это дело плюнула и просто решила поиграть для себя. Так вот, там собака может с 2 укусов вынести все твое здоровье. Джеймс, остановимся на секунду и подумаем, куда нам идти. Память, о, память моя священная, подари мне мысль какую-нибудь. Если не ошибаюсь я, то к бару Нили надо идти или к счастливому бургеру. Ну, в общем, прогуляемся куда-то в том направлении и посмотрим, что нам это принесет. И главное, не сражаться с врагами, а просто их оббегать. Добрый вам день! Не хочу, не хочу! А вот это хочу! Пузырек. Шел-шел, пузырек нашел. Ах, да, и кстати, давайте тогда посмотрим в управлении, какая клавиша отвечает за то, чтобы камеру за спину зафигачить. Действия, режим, инвентарь. Перезарядиться, убрать оружие. Господи, да боже мой. А, режим обзора Tab. Вот оно. Конечно, сейчас я прихожу к выводу, что подобные игры лучше играются на... Нет, режим обзора это совсем другое. Ох, ладно, плевать, разберемся по мере прохождения. Прихожу к выводу, что такие игры лучше проходятся на геймпаде. О, боже ж ты мой! Вылез. Эмоционально, да. Периодами, наверное, я здесь буду истерить, так что прошу заранее прощения. Так, знаю я, любите вы прятаться под машинами, и я, наверное, совершаю великую глупость. Великая глупость. Тем более, я уже заблудилась. Так, Джеймс, деловито откроем карту посреди дороги и посмотрим, что идем мы не в том направлении. Надо развернуться на 180 градусов. 180 градусов. И идти туда. Да, счастливый бургер где-то в той стороне находится, но не стоит забывать, что туман скрывает от нас Битнеры. А Битнеры жизненно необходимы и для Джеймса, и для меня, чтобы сохранить свое спокойствие. И он был здоров, и я здорова. Спокойствие, только спокойствие. Сколько вас здесь? Слушайте, на харде, по-моему, монстров гораздо больше, чем когда я играла на нормале. Там все-таки как-то более жизненно утверждающие улицы выглядели. А здесь прям люто ужасно. Так, аптечка. Аптечка, и это все замечательно и хорошо. И, возможно, улицы смогут еще что-нибудь мне дать приятное. Или нет? И вообще, где я? Куда мне надо? Я не помню. Все перегородили, всю дорогу. Так, ладно, не паникуем, Джеймс. Не паникуем. Мы обязательно найдем правильный путь. И ни один монстр не догонит нас. Вторая часть Silent Hill не особенно богата на монстров. Например, в третьей части все-таки видов их было гораздо больше. Но в то же самое время меня это не расстраивает. Потому что здесь они все имеют какое-то определенное обоснование. И весьма одностороннее. Грязный старый трейлер. На софе лежит записка. Я буду ждать в баре Нили. Угу. Отлично. Джеймс у нас деловит, и поэтому он будет помогать мне в моих исследованиях. Так что будем сейчас выдвигаться к бару. Давайте сохранимся. Текс.
как бы нам добраться до бара? Там много всяких полезностей, опять же, будет нас ожидать. Конечно, начало Silent Hill 2, оно такое меланхолично бродящее. Пока мы еще не встретились с особенными проблемами, пока мы только бродим в тумане, встречаем каких-то отдельных непонятных, изрыгающих из себя кислоту монстров, а вот дальше начнется самая лютая песня. Те самые моменты, которые лучше забыть, чем вновь не почутиться. Хэппи-бургер. Так, хэппи-бургер. А мне нужно куда? А мне нужны к аптечке, которую здесь кто-то любезно мне оставил. Замечательно. Текс. А, вот он и Барнили, кстати. Я вот его помню, потому что все обклеено газетами. И обклеено неспроста. Здесь лежит карта. Чья-то старая карта. Явно один и тот же путешественник здесь ходил и что-то отчаянно искал. Что это за символ в конце улицы Мартина? Знак вопроса, Джеймс. Знак вопроса. Всему тебя надо учить. Но ничего, пока я с тобой, я буду твоей учительницей. Периодами злой учительницей. Итак, и нам нужно будет наведаться в апартаменты Вудсайд. О, боже мой, эти апартаменты. Здесь была дыра. Теперь она пропала. Такая небольшая была бы отсылка к Silent Hill 4, если бы вторая часть не вышла раньше. Хотя, вполне возможно, уже тогда существовали люди, которые могли путешествовать между кошмарными мирами через какие-то дыры. И Джеймс тоже последует этой дорогой, потому что несколько раз он будет продираться через действительность при помощи каких-то дыр или непонятных провалов. Пш-пш-пш, только не обрызгайте мою новую одежду, месье. Спасибо. Так, пробегусь в округе. О, полезности. Люблю, когда ты так внимательно смотришь на вещи, которые валяются на земле. Это вообще здорово, потому что, например, когда ты Resident Evil смотришь, вот эти вот все подсвечивающиеся вещички убирает чувство реальности, чувство того, что ты находишься не среди какого-то кошмара, а в самой обыкновенной хоррор-игре. Хотя лично я Silent Hill никогда вообще таким прям стопроцентным хоррором-то и не считала. Это больше какое-то путешествие в глубины сознания. Мне эта игра даже помогала как-то больше познать себя. Слишком она медитативно прекрасная. Не каждому она такой покажется. Много людей знаю, которым вообще вторая часть не нравится. Считают ее дурацкой, сюровой и очень уж по-линчевски запутанной. В чем-то соглашусь, потому что вообще создатели игры, создатели Steam Silent, разработчики вдохновляют... Что это за звук? Что это за звук такой странный? Ладно, я лучше не буду лишние вопросы задавать. Тим Сайлен вдохновлялись работами Линча, опять же, от Твин Пикса, да, Шоссе в никуда, и даже... Не, Малхолланд Драйв на тот момент еще не вышел. А, это большой жирный таракан! Убивай! Убивай! Джеймс! Если у вас проблемы с насекомыми, то просто вызовите Джеймса. Он поможет вам справиться с ситуацией. Мы недавно с Настей вообще... О, смотрите. Под фургоном дергается, лежит. Ха, я не такой дурак, я не подойду туда. Мы недавно с Настей пересмотрели одну серию Альфа. Там, где... Ну, я думаю, что вы знаете этот сериал. Очень был популярный он в 80-х. Про инопланетянина плюшевого, который прилетел на планету Земля и поселился в одной из американских семей. И вот там была серия про то, как обнаружился в их доме инопланетный таракан, и он вырос в большого двухметрового и страшного. Я взял ключ от ворот апартаментов. Посмотрите, кстати, насколько жутко выглядит этот человек. Вроде бы мертвый человек, а вроде бы и монстр. И очень-очень по одежде похожий на Джеймса. Я не удивлюсь, разработчики опять же очень часто пихали... Ой, ты чуть, пожалуйста, не пугай! Я про тебя уже забыла.
Разработчики очень часто запихивали в свои игры в виде пасхалок, опять же, мертвые модельки главных героев. Например, в четвертой части можно было обнаружить в больнице, куда мы приходили за Элин, Генри Таунсенд, из которого растут грибы. Генри деловито сшибал грибы, стоял над мертвым телом и заявлял: «Это мертвое тело», даже не думая о том, что оно безумно-безумно похоже на него. Так, вроде бы апартаменты находятся где-то в этой стороне, но я по привычке каждый дом обшарю. Вдруг что? Слишком много здесь раскидано всяких замечательных пузырьков. Так, вот эти вот скрежещущие звуки, это значит, здесь таракан где-то ошивается. Они не такие опасные, как в первой части, хотя я боюсь сейчас заглядывать в инвентарь, чтобы увидеть уровень своего здоровья. Но вроде бы все не так фатально. Дверь, что оживает во тьме, ведет в ночные кошмары. Значит, только во тьме мы можем открыть ее. Бежим, бежим, Джеймс, бежим! И вот, наконец, первая действительно большая локация, которая будет нас ожидать и которая откроет очень много неприятных моментов. И познакомит нас с некоторыми забавными друзьями. Это апартаменты Woodside. Помню, когда я первый раз в них очутилась. Это было незабываемо. Жутко, страшно, дико, кошмарно, но понравилось. Так что вперед, Джеймс. Надеюсь, тебе это тоже будет по душе. Первым делом я, конечно же, нахожу лечебный напиток и беру карту местности. Ой, три этажа ужаса. Три этажа ужаса ждет нас. Но этим мы займемся в следующей серии. А сейчас я с вами попрощаюсь. Ставьте большие пальцы вверх, если вам данное прохождение нравится. Я знаю, что проходила его. Эту игру уже, но вдруг она вас заинтересует вновь, тем более, знаете, Silent Hill очень реиграбелен, и это здорово, и это моя любимая игра, вот такие вот дела. Так что Осина прощается с вами, всем пока-пока.